Тепло в Запорожье реально. Городская власть не может напрямую влиять на тарифы. Они утверждаются в Киеве. Но получать качественные услуги и платить за них меньше запорожцы могут. Внедрением энергосберегающих проектов занимается коммунальное предприятие «Запорожское энергетическое агентство». Появилась возможность подать заявку на участие в инвестиционном проекте по термомодернизации бюджетных зданий и их отоплению альтернативными источниками энергии. В планах установка в многоэтажных домах индивидуальных тепловых пунктов. Такое оборудование автоматически регулирует подачу тепла в квартиры, что помогает жильцам снизить расходы. Такой опыт уже есть в других городах, в других странах, и такой опыт уже есть в Запорожье. То есть есть уже некоторые дома, которые установили себе этот индивидуальный тепловой пункт, и который приводит как бы к экономии там, от 15 там, до 35%. Вот такой, допустим, дом Авраменко 15 в прошлом году установил такой прибор. И вот за те несколько месяцев, которые он эксплуатировал в прошлый отопительный сезон, достигли экономии больше 30%.